Вот, я вижу, у Ноны включен звук. Ага. Я готова, в принципе, начать открывать, разрезать вместе с вами ленточку. Давай, давай, разрежем ленточку. Я чувствую просто вот этот поток, мощный поток энергии. Вижу глаза вот такие сияющие. Я вам всем завидую, что вы только начинаете этот путь, потому что когда обычно не закончилась, прям была такая ломка. Чего-то очень сильно не хватало, хотелось еще и еще. Я очень рада, что все мы здесь сегодня собрались. Я не могу сейчас в двух словах объяснить ту радость и то состояние моей души, когда я вижу всех вас, когда я встречаюсь с совершенно родными людьми, с родными душами. Узнала о школе через социальную сеть Facebook, подписалась, прослушала семинар, заинтересовалась. Тема мне очень понравилась, особенно возможности, которые можно использовать и применять на практике. Свечу образ увидела, когда начала сверху рассматривать, я фактически завалилась в нее. То есть я почувствовала пламя, что оно у меня где-то вот здесь уже образовалось. Я не вижу очень ярко, все в мельчайших подробностях. Вот эту визуализацию внутри себя на внутреннем экране я четко поняла, не только после этих практик, а после вот этого бессмыслия, и мне идут картинки, и я вижу, как в кинотеатре все. Просто знание, что вы просто вот знаете, да, что это так вот, да, и все, сразу понимание приходит. Намек, если ты слушаешь записи, с днем рождения тебя, я уже раз уже поздравляю, но все равно. Вообще это была... Ну, скажем так, боевое крещение. Я понимаю, что это было очень, ну, достаточно глубокое такое погружение. Никита, я вообще в таком восторге от этого сеанса, что даже, честно говоря, я не ожидала, что это будет вообще, что я могу увидеть настолько ярко, настолько смачно. Я почувствовала мощь, у меня все тело, оно у меня вибрировало. Обширное знание вы даете. Я нисколько не пожалела. Я, честное слово, выбирала между тремя школами, где мне проходить обучение. До конца я не осознала, куда я пришла. Сейчас вот открылось настолько вот такое «благодарю». И вчера, когда меня Инна погружала в гипноз, и я увидела свою прошлую жизнь, у меня слезы текли, но слезы счастья, и была такая вот, что я должна извлечь любовь и доброту. Я, конечно, пришла уже сюда гипнологом, но я никак не верила, что я могу вообще быть слипером. Это спасибо большое девочкам, особенно Ксении Пасечниковой, которой хватает на меня терпения было. И большое спасибо вашей группе, которая создала. Это большое такое, знаете, большой труд, это видно и досконально. И ваше терпение, конечно, это вы большой молодец, конечно. Попала сюда, нет, наверное, то, что меня привели сюда, именно к вам. Я вот абсолютно в унисон Елене хочу сказать, откликнулось сердце, откликнулась душа. Каждая клеточка тела, каждая извилинка мозга. Сейчас мы погрузим всю группу в гипноз, похоже. Мое сердце, оно сразу откликнулось. Я очень рада, что познакомилась с вами, что вы являетесь моим наставником, что прошла я этот курс, потому что я познакомилась с очень замечательными людьми. Я, друзья, ну, искренне от души желаю вдохнуть вас это, да, и могу вот такой вот вдох сделать. Большой поток любви, энергии, благодарности, и все, до новых встреч, друзья.